Сензай Медиа представляет. Отличная работа. Эй, Мими, опять здесь сидишь? Какой день, да? Мистер Луиджи в отпуск уезжает. Ты знала это? Здорово, правда? Правда? Когда? В полдень. Надеюсь, захватит с собой пару вкуснях для курилки. Он всегда приносит с собой... Мистер Луиджи, стойте! Сегодня у нас митап с людьми из Atlantic Digital. Какой мерч им лучше отдать, кружки или футболки? Извините. Пипи, а как ты думаешь? Кружки. А вот бюджетный отчет. Нужно ли запросить бухгалтерию о детализации? Пипи, а как ты думаешь? Понедельник будет готов. Простите, если вас не затруднит, не могли бы вы взглянуть на дизайн поздравительной открытки? Открытки? Сегодня у нас заказ на именную открытку для плюс к Марине. Ах, да, точно, точно. Пипи, а как ты думаешь? Сперва их утверждает креативный директор. Но ведь... Будем ждать до полудня. Помни, мы семья, а семья доставляет вовремя. Эй, Мими! Зацени-ка. Наконец-то моноколесо привезли. Коко, не сейчас, я работаю. О, точно. Но я тоже при делах. Лучший работник дня. Извините, не могли бы вы взглянуть? Не сейчас, я занята. Я от мистера Луиджи. К полудню нужно ваше утверждение. Удвой поля слева. Цвет аква у нас в летней палитре. Замени его на небесно-голубой. И шрифт заголовка на полужирный. Поняла, спасибо. Не забудь согласовать с Боба до отправки. А на 101-м слайде вы можете увидеть планы на следующий квартал. Простите. Собрание стажеров этажом ниже. Я Мими, ваш дизайнер. Нам с вами нужно утвердить открытку. Посмотрим. По мне, вроде все в порядке. Только это что, полужирный? Полужирный мы не используем, в нашем брендбуке его нет. Бьянка сказала, что... Но Бьянка не права. Бобо сказала, что мы не используем полужирный. Но я точно помню обратное. Скажи ему в брендбук посмотреть. Бьянка сказала свериться с брендбуком. Нет, это ей надо в брендбук посмотреть. Страница 21. Обращение заголовки пишется жирным начертанием. Остальное обычно. Но я... Кто у нас креативный директор? Вы и брендбук ваша работа. Что ж, думаю, полужирный красивее. Тогда измените брендбук. Да кто вы такой, чтобы учить меня работать? Да это ведь моя работа. Везде свой рог суешь. Бьянка, не начинай. Что бы я ни делала, обязательно будет неправильно. Ну так сделай правильно. Тебе-то легко сказать. Только и делаешь, что бла-бла-бла целый день. Боже, Бьянка, снова из-за Мальдив бесишься. При чем тут вообще это? При всем, Бьянка, при всем. Эй, Мими. Какого, прошу, не сейчас. На твоей фотке уже 500 лайков, видишь? Здорово, правда? Да ты на комменты взгляни, все говорят... Да мне плевать на твой дурацкий пост, Коко! Отвали! Мне так жаль. Извините, мистер Луиджи, касательно поздравительной открытки, я... О, почти об этом забыл. Да, и я показала Бьянке, и она... Лучший советчик. Да, но я хотела сказать, выглядит что... Выглядит шикарно. Спасибо, но у уверен, меня... маленькие именинники будут счастливы. Отправляй. Отличная работа. Озвучено проектом Сензай Медиа в 2022 году.